Привет, зритель! Сейчас тебя ждет обзор моих парфюмов на август 2023 года. Их всего лишь два. Они похожи между собой. И, по-моему, да, я думала, что зеленый чай достала, я достала вербену. Они оба мне подарки от вас, дорогие зрители. И, короче, честно, я не помню, что от кого, поэтому просто покажу. Они оба мне нравятся, я периодически раньше их покупала, но так как у меня сейчас и это есть, то покупать не обязательно, плюс одно из них снятость, я не знаю, Yves Rocher его еще производит или нет. Это кенийская вода от Yves Rocher Вербена. Очень мне нравится. У меня еще есть, по-моему, зеленый чай, вот этот вот кенийская вода. Но я думала, что достаю зеленый чай, но я достала вербену. С другой стороны, хорошо, они как бы немножко будут отличаться. Вербена мне очень нравится. Она более, кстати, кенийская вода более стойкая, чем вот эта вот, Элизабет Арден. Кстати, Элизабет Арден были одни из моих первых духов Элизабет Арден, вот этот гринтил у меня был. И вот это вот зеленый чай, короче, зеленое дерево, зеленый чай. И вербена. Они легкие. Туалетная вода, она не очень стойкая, но на лето вот самое то, она мне очень нравится, особенно на жару. Я иногда ее использую, вот очень жарко, я вот прыскаю на себя с ног до головы, кажется, вот прям облилась ей. Но она экономичная, ее надолго хватает, и вот вербена. Она для меня вообще пахнет. Хотя сейчас на мне остатки других духов от Avon. Тоже зелененькие такие. Но свежий такой легкий аромат, зеленоватый, и он для меня пахнет немножко дюшезиком. А это вот, ну, зеленый чай, легкий такой зеленый чай. Вот такие у меня парфюмчики. С каждым разом видео все короче и короче, парфюмов все меньше и меньше. Ну, как-то вот так получается. Если вы чем-то подобным пользовались, или пользуетесь чем-то другим и собираетесь в августе прыскаться чем-то вообще иным, дайте знать в комменты, будет приятно почитать. Я всем поставлю сердечко. Если хотите поддержать канал, где-то вот облачко, либо ссылка в инфобоксе. Ну и всем пока!